Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в автосалоне Транстех Сервис состоялась презентация обновленной Hyundai Elantra. Смотрите презентацию на моем канале. Итак, друзья, представляю вам Hyundai Elantra 2019 года. Лучший, по моему мнению, соотношение цены и качества корейский седан. В 2019 году автомобиль получил серьезно модернизированную внешность и улучшенный салон. При этом стоимость машины остается на прежнем уровне. Экстерьер. Давние фанаты марки Hyundai уже успели сделать вывод о том, что все автомобили компании одного форм-фактора обладают весьма похожим дизайном. Тем не менее, новый Hyundai Elantra 2019 модельного года имеет ряд особенностей, выделяющих машину из привычного облика. Так, рестайлинг серьезно освежил переднюю часть корейца, ставшую более спортивной и агрессивной. Как видно, что капот заметно приподнялся над землей и кроме этого получил большой рельефный подъем в центре. Спереди крышка капота переходит в огромную шестиугольную решетку, нижняя часть которой приходится на обвес. Этот элемент украшен окантовкой и тонкими горизонтальными полосками, покрытые хромом. Хитро прищуренные глазки передней оптики успешно дополняют стиль основного воздуховода, а их ксеноновое наполнение отлично освещает дорогу не только впереди, но и по краям автомобиля. Чуть ниже фар находятся вертикальные срезы для охлаждения тормозов. В эти углубления дизайнеры вставили стальные полосы противотуманных огней. Профиль новый кузов выглядит не менее элегантно. Очень интересно смотрится ряд выступающих полос, проходящих через среднюю часть кузова, сочетающихся с волнообразным рельефом, дутой колесной арки, с симметричными колесными дисками большого диаметра, а также щедро отделанные хромом ручки дверей, зеркал, повторители поворотов. Дополнительной тончённости добавляют слегка уменьшившиеся стекла боковин с интерьерной отделкой по краям. Корма автомобиля. С одной стороны выполнена лучшая традиция корейской марки, а с другой совершенно не похожа на то, что привыкли здесь видеть раньше. В первую очередь следует отметить сильно наклоненную крышу с модным плавником антенны эры ГЛОНАСС посередине. Спортивных ноток добавляет и крышка багажника, завершающаяся коротким аэродинамическим выступом. Чуть ниже идет красивая агрессивная оптика, прямо под которой начинается объемный бампер с большим количеством рельефом. Чего тут незаметного, это привычного для корейских авто ярко выраженного выхлопа. Патрубок здесь только один, и он оформлен настолько скромно, что практически не виден под бампером. Интерьер. Для Hyundai Elantra 2019 модельного года уготовано одно из лучших в классе оформления салона. Помимо того, что кроме премиальной алькантары, кожи, металлической вставки и пластика, здесь ничего нет, так еще и качество сборки стало заметно лучше. А громадное количество элементов мультимедиа, умных помощников и специальных возможностей превращает процесс вождения и поездок в автомобиле в сплошное удовольствие. На центральной панели, хоть и нет большого количества разнообразных функциональных элементов, оснащена она довольно-таки основательно. В центре расположен крупный дисплей мультимедийной системы, вокруг которого размещены физические кнопки, необходимые для его настройки. Чуть ниже идут несколько дефлекторов, а затем овальный блок переключателей для работы с климатической установкой. Чуть ниже консоль переходит в центральный тоннель, куда не составляет труда положить средних размеров гаджет. В нем же есть и выход для подключения к мультимедийной системе автомобиля разнообразных электронных устройств. Чуть ближе к водителю имеется миниатюрный селектор переключения передач, подстаканники, закрытые шторки, плюс подлокотник, внутри которого находится отсек с холодильной установкой. Были существенно улучшены характеристики сидений. Теперь даже в скромных комплектациях они отделаны прочной тканью, а в более дорогих версиях и кожей. На передних креслах имеется ярко выраженная боковая поддержка, подогрев, электрорегулировки, а также вентиляция. Ездокам во втором ряду будет предложено чуть меньше возможностей,
Однако комфорт передвижения от этого ничуть не уменьшится. Из-за доступных опций стоит назвать подагрию, возможность изменить наклон спинки, а также возможность преобразования в подлокотник центральной части спинки сиденья. Что касается багажника, то ему нет равных в классе. Это почти 510 литров груза или 8 мешков картошки, как говорили мужики на презентации. Почти 510 литров груза без проведения каких-либо операций с задним рядом. Результат выдающийся. Но его в случае необходимости можно улучшить, сложив спинки задних кресел. Под полом в багажнике скрывается полноразмерное запасное колесо. Плюс бонусом Hyundai положил сетку для крепления крупного груза. Линейка моторов для новой Hyundai Elantra не претерпела больших изменений по сравнению с прежними поколениями. Так, бензиновые двигатели сохранили прежний объем 1,8 и 2 литра. Показать они могут 148 и 173 лошадиных силы соответственно. В паре с ними могут работать шестиступенчатая механика или автомат с таким же количеством скоростей. Как выяснилось на тест-драйве, эти варианты являются довольно экономичными и потребляют примерно 6,5-7 литров топлива на сотку. Друзья, ну а если же говорить про топовые варианты силовой установки, то они не столь экономичны, зато смогут развивать 162 лошадиных силы при объеме 2 литра или 101 лошадиную силу при турбомоторе в 1,6 литра. Цена на Hyundai Elantra начинается от 1 миллиона рублей. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ли автомобиль этих денег или нет. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Завтра уже тест-драйв.